Я приветствую гостей и зрителей моего канала. Сегодня сделаем повязку с объемным цветком из ткани. Для работы можно использовать любую неплотную ткань. Нарезаем материал на лоскутки размером примерно 13 на 10 сантиметров. Всего нужно 6 лоскутков. Складываем лоскуток пополам по длине и обрезаем углы, скругляя их. Теперь нанизываем лоскутки на иголку с ниткой по полукругу. Далее сшиваем первые и последние лепестки и туго стягиваем нить. Закрепляем нить в центре цветка. Приклеим украшение на серединку. Наизнанку приклеим кружочек из ветра. Теперь приклеим цветок на повязку резинку. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!